Да, и 5 с вами Турин. Сегодня расскажу вот о программе, которая называется RegDoctor. Пользуюсь ей уже довольно-таки давно. Цель программы и системы сканирует систему и удаляет лишние ключи, ненужные, битые. Повторюсь, что пользуюсь ей давно. Ни разу меня она не подводила. Сейчас вкратце, как и пользоваться, покажу. Сначала ее поставим. Так, это все стандарта. Так, будем пока запускать режим ключик. Ключик потом выложу отдельно под видео под описанием. Так, запускаем. Так, ну зарегистрируем. Ключик вводим. Так, и настройки. Надо в настройки залезть. Сюда вот Option и снять галочку запуск при включении системы. Это мне надо. Так, сохраним. Так, закроем. Так, здесь есть два вида сканирования. Быстрое и глубокое. Ну, в принципе, можно глубокое, чтобы просканировать. Так, нажимаем. Так, в принципе, вот такой вот интерфейс программы. В принципе, все просто. Ничего такого заумного тут нету. Вот. И даже можно русский, в принципе, тут не нужен. Тут минимум настроек. В принципе, все на автомате тут действует. Ну, вот они, ошибочки поперли. Так, сейчас посканирует, посмотрим. Ну, в принципе, что найдет, все найдет, что найдет она, эта программа, все удаляет, удаляется. Там только надо подтвердить, что удаляете, да, и все. Лишнего ничего не удалит. 5 лет я этой программой пользуюсь, ни разу не подводила. Всегда в арсенале стоит на компьютере. Очень хорошая программа, рекомендую. Так, ну тут, в принципе-то, ну так, ничего, ошибочек-то нормально нашел. Так, что имеем? Имеем мы 149 ошибок. Так, ну тут ничего такого. Углубляться не надо. Что нашел, то и удаляем. Все просто, в принципе. 149 ошибок. Так, жмем на фиксы проблем. То есть, все. Та-та-та-та-та-та-та. Все. Подтверждаем. Все почищено. Все, в принципе. Задача программы вот такая. Ничего сложного. Так, всем спасибо за внимание. С вами был Турин. Всем пока. Подписывайтесь на канал.